результате совместной операции Национальной разведывательной организации Турции и полиции в провинции Ван на востоке страны разоблачена иранская шпионская сеть. Как передает Анадолу, задержаны 8 человек, в том числе 2 агента иранских спецслужб. Сообщается, что граждане Ирана создали в регионе шпионскую сеть. Они привлекли в нее 6 граждан Турции. Сеть получила указание от иранской разведки переправить бывшего иранского военнослужащего в свою страну. Его жене предложили $10,000 за помощь в проведении операции, а в случае отказа пригрозили причинить вред членам ее семьи в Иране.